Уфа, нет? Все, значит, Москва. Я не знаю, честно. Какие-то два мужчины с мечом. Но это не Витязь, я думаю, это не Подольск. Ну, типа Магнит, если заводят. Магнитка, да? Магнитка, нет, Челябинск. Магнитогорск. Магнитка? Магнитка. Я знаю, знаю этот город, да, там был. По заднему фону. Да ё-моё. Рига? Это Рига. Так, вот это интересно. Это как будто Прага какая-то. А поближе можно? Или Доминиканская Республика? Это Греция? Грузия? Грузия. Да, вон флаг. По флагу. А в чем знак-то Грузии? Флаг? Это Рига. Ну, плюс-минус. Так, так, так. Владивосток. На Владик какой-то похож. Нет? Владик? А, так, ну это Нижний Новгород. Нет? Похож, похож. Блин, Ярославль, что ли? А где порт? Подожди, правильно я угадал? Ярик? Не, подожди, тогда это, если порт, значит там вода есть. Но это и река может быть. Блин, тяжело. Что за команда? Это Владивосток. Ну, плюс-минус. Ну, пусть будет Ярославль. ЕКБ? Так. Так, ну тут заводы. Тут заводы, да? Магнитка уже была. Челябинск, значит? Церковь. Ну, церковь у нас везде есть. Во всех странах. Церковь, в Ярославе много церквей. Да-да-да. Блин, ну так, вот такие тяжелые вопросы задают. Давай дальше. Это... Ну вот в Челябинске есть Арбат, улица. Похожа на нее. Не знаю, Челяба, нет? Так, ну это, смотрите, это уже хорошее. Нет, это не Москва и не Нижний, опять же. Где-то улицы такие есть тоже. Такие красивые, милые. Я не знаю, что это за город. Что это за город? Казань, да? Да ё-моё. Это в России? Так, так, что там у нас за флаг такой красный? Ну, не знаю даже. Китай у нас сейчас есть, нет? Так. Могу сказать, главное, чтобы не обосраться, чтобы Москву не угадать. Обосрался. Это нет, это, блин. Ярик. Ярославль. Это в Москве? Ну нет, ну это не Москва, 100%. Москва, да не может быть. Похоже, на Новосибирск где-то, район Родники, вот так вот. Понятно. Череповец? Так, ну какой-то микрорайон, тут хорошие новостройки есть. Поле вон футбольное. Красно-белое вон есть, я вижу отсюда. Блин, ну это новостройки. Какой-то новый клуб, которому лет 40 уже, ДХЛ. Нижнекамск. Нижнекамск? Ну, давайте Нефтехимик. Правильно? Не знаю, пусть будет Москва. Челяба? Нижний Новгород называется он, да. Нижний? Я тогда не знал, я там один раз был. Это Женя, да, мы там гуляли, кстати, как раз. Это вот их Кремль. Москва? Новосибирск? Где у нас еще метро? Питер. Так, где метро? Где метро у нас есть? Метро есть. А где у нас есть метро? Такого еще знака. Питер. В Новосибирске 12 станций. Как? Метро же. Как нет? Есть, обман? Есть, как бы оно есть, а его нет. Нет, какой-то такой. Это значит, нет, мало станций, я думаю. Очень мало станций. Ну, не Новосибирск же. Еще меньше станций? Еще меньше? Одна прямая только? Две прямые? Одна прямая? Одна станция? Что такое вообще существует? Омск? Да, они сейчас не играют. В Омске? Да? Омск? Омск? Ясно, одна станция, у нас даже больше станций.